дорогие зрители, подписчики. Окей. Побежали за ним. То есть этот чувак продает свой гараж за 120к. Да, я только что поразговаривал с ним. И на всякие пожарные проверил время. Тайм. Вот, еще время вот столько. Он знает, что есть и мое видео. И он продает гараж, потому что ему вообще не нужен. Да. Лагандула-то как? Чё пишет он-то? Предложил вам купить телефон. Да ты чё, с ума сошел? Эн отказаться. Сейчас напишем. Ну как там? Я не понял. Мэн? Сейчас, ну... Занесатый. Тут мне хотят подать что тут? Ща. Подождите, ну сейчас, ну я не буду покупать, я не дурак. Что тут? Людей не очень говорит, что... Вот, сейчас я его ник напишу, администрации сейчас. Вот. 558. Да, типа пиздим. Да, типа пиздим на ней с ним. Хорошо. Пишите не и так далее. Документы и т.д. Да. Сейчас документы, я знаю, это подвох на ёб. Я много видел видео, так что жалоба. Ну, пишем его ник, во-первых. Ну чё теперь? Никита. Да, видите, насколько профессионал? Дурак такой-то, блин, я не понимаю. Я хотя бы деньги зря взял. Гоф. Гоф, он. На симку. Гараж. Сейчас, давайте администрацию. Блин, администрация что, тупая, что ли? Бан ему на... Так, пишу ему. Чё, администрацию. Нужен документ, передал документы и роспись. Я вижу, что это дурак вообще. Молодцы. Вообще, он что ты дурак? Я сейчас его отпиздил. Он хотел меня наебать на... наебать на, во-первых, на сим-карту вообще. Вообще дурак. Ну давайте, ладно, на этом заканчивать, что ли. Будет разоблачение людей. Да, такой будет проект. Разоблачение дураков, да, так я назову. Вот. Все. Хотя, не поверьте на что гараж так дешево стоит. Так что, да, сейчас я положу эти деньги обратно. Вот. Таких дураков очень много. Сейчас этот дурак тоже клянется. Вот. Не понимаю, администрация какая-то тупая, что ли, блин, хочет... Вот подумайте сами, сколько вы играли на этом сервере, чтобы заработать 120к. И такой чувак приходит и пиздит. То есть лучше накопите миллион и... Да, и будете крутыми. Вот. Пока положу все деньги на счету. Положить 46. Нет, не-не, сколько там? 37, да? 37. Не-не. 32, ладно, положу.
Вот. Не верьте на этих людей, они наёбщики, они пытаются вас на обмануть, во-первых, на деньги. Вот. Ну хорошо, что он на такси сам проебал. Давайте его заснимем еще раз. Вот. Этот чувак, если вы видите этого чувака, сразу жалобу пишите. Жалобу администрацию, главному администрации. Вот. И надо его поскорее забанить, такого человека, который пытается, во-первых, наебать вас, пытается забрать ваши деньги. И, по-моему, из-за этого он купил себе такой хороший скин за кучу денег. Он, по-моему, 100 тысяч стоит или 10 тысяч. Ну, такой среднячок, на самом деле. Вот. Да, это был новый проект разоблачения. Я думал, реально купить гараж, если за столько продавался. Ну, вряд ли за столько будут продавать. Я видел одного чувака, который продавал за 250. Но 100% оригинал, он там даже показывал, доказывал. Вот. А таким людям не верьте, все. На этом я буду прощаться. Не верьте наёбщикам. Гараж здесь, на самом деле, очень дорогой, так что, да. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео. Всем удачи, всем пока-пока.